чистенький весь. О, похоже вообще один в один. Только что лил ливень. А сейчас безумно красивая. Она даже радуга какая. Такой даже не видел так. С одного берега до второго. Она такая яркая. Вот так. Уже хуже стало. Вот тут конец теперь еще кое-как видно. Ну да. Такое чудо природы. Вот такая вот панорамка. Какая вот. Хомут во все небо. Мы на рыбалке с Ленуськой. Точнее, за грибами идем. Ну-ка. Меня тащит на лодке. Сейчас телефон звонит тут. Так что мы собираем грибы. Сегодня 19 августа. Медовый спас. У кого-то медовый, у кого-то грибовый. Грибовый. Тут потрясающий берег. С молодыми там елками, соснами. Там мы их и косим. Сейчас покажу результат. Куча пакетов. Тут и грузди, и рыжики. Лисичек. Лисичек. Вон, нашел там стадо. Так что... И маслята. Кого только нет. Правда, мы-то хотели дойти до Атамана, но дошли только, блин. До Кацель-то. Он еще только никак не прошли еще Гахаковскую зону. Потрясающий берег красоты. Какие там были скалы огромные по берегу, где мы ходили. Да, помнишь, ты стоял над скалой огромной? Угу. Там. Венесей, ё-моё. Весь в тушах. Тут водичка прозрачная, песочек я сняла. Там сток чего-то так шумит, вода сильно. Откуда бежит? Зачем? Того по берегу бегает, грибы собирает. Говорит, много. А тучи ходят по небу. Черные, серые, зеленые. Там он вообще красота, дождище идет. Там он Вова груздей надрал. Садили, садили, собирали всякую чепуху. Грибовик, штаны мокрые уже. Ну ты его сорви, покажи. А? Сорви, покажи мне гриб. Что? Гриб сорви, покажи. И потом. Время уже спать, а мы все грибы собираем. Он уже фонарики включили. Еще чуть-чуть и стемнеет, будет полная иллюминация. Красотища будет. Вова из лесу вышел. Принес ведерко грибов. Там нашел он страшно огромную грусть. Да я его не могу вытащить, такую большую заклинил. Сейчас посмотрим, чем у нас там пугает. Это вот маленькая козявочка. Грузденыш. Ну, а бабки шикарнейшие. Прямо как только рождены. Это было единственное место, где не было срезанных грибов, где никто не ходил. Да ходили там дальше. Нет. Да? Вон как раз. Вот это да. Вот это у тебя улов. Вот это у меня улов. Ну, как морде лица его приставь. Чистенький весь. О, похоже вообще один в один. Дикий из леса вышел, весь мокрый, грязный. Да. Глаза только сверкают. Луну сняла? Да. Ну, ладно. Домой? Есть еще? Домой? Видишь? Штаны мокрые все. Это естественно. Там Харизовая протока. Thank you.
приехали. Это вот новое чудо у нас на Енисее. Какие-то путешественники. То есть на другой стороне Енисея мы только приехали с грибов. Обалдеть. Вот так. Уже с парусами по Енисею ходят. Кошмара. Ну вот, вот мы и дома. Ну все, будем собираться. Вечером мы вернулись с грибов. Ну что, опять мы накосили добра. Между ними попадались и грузди всякого размера. Вот, сейчас с этим будем бороться. Сейчас сделаем общий вид. Вот все вот эти пакетики. Это наша добыча.